Добрый день, уважаемые зрители. С вами снова я, Захарыч Блаженный. И вот полдень встречаю на таком тренажере. Делаю опять 120 килограммов. 4 раза смог выжить. Новый для меня вес. Вот и приятно. Что ж, и позволю себе здесь же на новой площадке и заснять видео. Новая площадка, хорошая примета, по идее. Значит, тут новая нетронутая аура и все такое прочее. Что ж, дворы, новоарбатские дворы, и дворы на самом деле приятные летом. Дворы интересные, вот новая площадка образцовая совершенно. И искренне благодарю руководство города за такие превосходные площадки, где можно развивать свое тело действительно не хуже, чем в спортивном зале. Посмотрел я тут этим воскресным утром новости. Роман Селезнев, один из тех, кого удалось обменять России, и, к слову, Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с этим обменом. Обмен действительно беспрецедентный. Вот Роман Селезнев рассказал, в каких пыточных условиях он находился, пребывая в американских застенках. И рассказывал, как его на протяжении многих суток каждые 2 часа будили, когда он спал. То есть ему надо было устраивать поверки каждые 2 часа. Адские совершенно пытки. Да, и как бы тебя не бьют, не вырывают там тебе ногти, но тем не менее пыточный конвейер устроен невероятно жестоко. И я знаком с понятием конвейер, с понятием системы не понаслышке, скажу вам честно. И знаете, вот эти вот пытки в тюрьмах, в тюрьме Абу-Грейб, в Гуантанамо и так далее, про это забывать нельзя. Казалось бы, все цивилизованное, они высчитывают пытки водой, когда утопить человека, и сколько он пробулькает, прежде чем его вытаскивать. Это мрачный ужас. И это, и то, что это одобряется какими-то там медиками, наукой и так далее, это ужас вдвойне. Очень рад, что Роман Селезнев дома и на свободе. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою развлекательную деятельность. И исключительно благодаря вашей поддержке я продолжаю. Там 2 номера телефона, Теле2, техническая сим-карта, с нее я выкладываю эти видео. И МТС, к которой привязана карта банка. Что ж, дорогие друзья, новость пугающая. В Чебаркуле озеро в Челябинской области, Южный Урал, обнаружен вибрион холеры. Это действительно пугает на фоне участившихся и весьма частых случаев так называемого пищевого отравления. И вспомните вспышку ботулизма, постоянные удары по животу и так далее. Вот вчера я рассказывал о том, как в детском лагере пришлось сворачивать смену в Светлогорске, в Калининграде. Что ж, и это очень-очень пугает, потому что холера штука смертоносная, смерть приходит жуткая от обезвоживания, как правило, но обезвоживание наступает в результате того, что человека тошнит и проносит одновременно со всех бортов огонь из всех орудий, скажем так. Смешно, да не очень, ну так вот. Что ж. Между тем, Ватикан осудил открытие Олимпийских игр в силу их скабрезности, насмешек над религией и так далее и тому подобное. И что же, я повторю, я уже говорил, что это сатанинские игры, им остается только вот поддержать Ватикан в их осуждении.
Да, это действительно оскорбление чувств для многих верующих людей, и христиан, и мусульман. Это эти игры, это такой зашквар. Так что то, что в них не принимает участие Россия, по большому счету, знаете, во многом, пусть для российских атлетов будет утешением то, что деградация Олимпийских игр стала настолько заметной, что это уже форшмак какой-то, так что ребята не обфоршмачились, не запачкались, и все хорошо, как-то вот так. Что ж, и позволю себе сказать пару слов, друзья, о планах по переносу медного завода из Норильска, компании «Норильский никель», в Китай. Вот, господин Потанин, Владимир Потанин озвучивал планы о переносе медного завода в Китай, в Поднебесную. Это на самом деле штука пугающая и очень неприятная, потому что это производство, которое строилось дикими жертвами, началась добыча и выработка нефти первой еще в 19 веке братьями Сотниковыми, металлодобытчиками и купцами. Затем в советское время были медиплавильные заводики и так далее, а потом после войны в 1948 году началось возведение медного завода. Не медиплавильного, а именно медного, который выдает чистую медь. И строился медный завод силами заключенных 6-го и 17-го лагерных пунктов. Вот, а потом, спустя десятилетия, каким-то образом этот завод стал принадлежать частным лицам, как и многие другие, как и все другие предприятия, построенные дикими жертвами, болью, слезами человеческими. Все это стало принадлежать отдельной небольшой группе лиц, которая теперь, к тому же, хочет выводить производство из России. На мой взгляд, это ошибка, это неправильно, это чудовищно. Этот завод относится к одному из государствообразующих предприятий, на мой взгляд. И, безусловно, нельзя такие ресурсы самостоятельно же подрубать. Да, это подрубание фактически ресурса, его распыление. К чему это? Что ж, или Китай требует еще один реверанс и поклон. Что ж, дорогие друзья, и позволю себе рассказать, это все-таки видеодневник, а не какое-то там захудалое СМИ или не захудалое. И вчера я встретился с другом, которого не видел долгое время, и ему пришлось, он был вынужден пойти подписать контракт с вооруженными силами, и он пошел служить. Он служит хорошо, достойно, и ему дали отпуск, увольнительную побывку на неделю. И вот он едет к себе в Сибирь, в Кемерово, и вот на один день оказался здесь, и мы с ним повидались, пообщались. Имя его я рассказывать не буду. Если он пожелает, он сделает это сам. Дай Бог тебе здоровья, дорогой друг, скажу ему еще раз. И поговорили с ним, и, знаете, еще раз хочу выступить против демонизации русского солдата, потому что это гнусно и отвратительно, это настоящее преступление, когда начинают некоторые деятели вторить хору из-за границы, который поливает гадостями наших мужиков, наших братьев, наших ребят там. И нельзя такого допускать, нельзя вторить этому хору многоголосому и мерзкому. Это наши солдаты, и надо относиться к ним с уважением, с заботой, потому что им там очень тяжело. Да, он сказал, мой друг, что при появлении нового министра обороны Андрея Белоусова стали
ну, бывалые воины, говорят, стали лучше кормить, условия стали лучше в санитарном плане, бань стало больше и так далее, и тому подобное, появилось больше заботы о простом солдате. Слава Богу, что я могу сказать, и я могу только пожелать скорейшего возвращения домой всем нашим братьям, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. Ангелов вам, хранителей, ребята, и знаете, что тут сказать, задремал друг и во сне разговаривал. Понятно, что он находится в тяжелейшем психологическом состоянии, как и все, кто побывал там, кто находится там и кому еще, возможно, предстоит там побывать. Могу только сказать, что от всей души желаю России, Украине, всему славянскому миру, всему миру, всей планете мира. Миру мира. Это то, чего я желаю. И, конечно, добавлю, что я всегда готов пойти защищать Родину, если придется. Но свое мнение обо всем происходящем я высказывал неоднократно, громко. И знаете что? Отказываться от тех своих мыслей я не собираюсь, потому что мысли те мои были правильные. Но при всем при этом еще раз и вот хочу поблагодарить добрых людей, которые оказывают помощь нашим военным и гуманитарную помощь собирают для людей. Нельзя поддаваться разобщению. Это еще одна такая важная деталь, часть порабощения России – разобщение. Нельзя поддаваться разобщению. Относитесь, пожалуйста, к нашим солдатам, нашим военнослужащим с теплом и заботой. Что ж, доброго дня, хорошего настроения. Физкульт пока, что ли, вон там чувак занял мою эту штуку. Но она не моя, какой там. Надо еще поподтягиваться, сходить. Хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд, друзья, я в этом нуждаюсь. И обязательно, обязательно подпишитесь на Телеграм, потому что Ютуб глушит весьма ощутимо. Это свинство и стыд. Вот и все, что можно сказать по этому поводу. Потому что Ютубу в финансовом плане от этого ни горячо, ни холодно, в принципе. А люди России, зрители России от этого страдают. Повторюсь, Ютуб очень хорошая платформа, на которой можно развиваться, образовываться и все такое прочее. Что ж, дай нам Бог цивилизоваться и стать более продвинутыми существами в этом мире. Пока.